Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а видите продолжение партии за Германию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео и не видели начало, то рекомендую перейти к нему. Ссылка на первую серию появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Также напомню, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество», а для всех остальных приятного продолжения просмотра. Ну, тут все зависит от того, будет у меня алюминий или не будет. Если будет алюминий, нападаем на Грузию. Не будет алюминия, даже не знаю, что делать тогда. Будем пытаться улететь. Ну что это за пригород? Блин, вот эти места бы я оставил еще на космопорт, на... Поэтому... С другой стороны, тут еще жилья... Нет, надо все-таки пригород ставить. Давайте сюда. Тут соседство будет от... Соседство для районов. Блин, всего лишь плюс 3. Ну ладно. Всего 3 города-государства найдено. Так, господи, чё так Франкфурт постоянно мне надо обращать? Задолбало. Урбанизация открыта. Тут что-нибудь надо менять? Нет, не будем. Давайте естественную историю. Да, в СМИ, короче, идем. Да, Стина Светлана в такой кишке знатная, это жизнь. Американец, право прохода. Угля побольше. Я только начал нормально расти, и сейчас в адском недовольстве. Так, так. И предложение еще одно. Леша. Я уже не успею. Одинокий Амстердам. А, нет, еще Харлем есть. И Тилбург на острове. А, еще на острове где-то. Ну, он прям над Харлемом. Блин. Так, тут мы попробуем стырить Техи. Следующим ходом момент истины будет, есть ли у меня алюминий. Блин, сколько тут территории. Тут еще столько территории на вашем этом континенте. Чем вы там занимаетесь? Воюем друг с другом. Мы уже перевоевали в начале игры. Рима уже самолеты, кстати. Если что. Печаль.
Ну, сейчас он вас захватывать будет. Давайте в начале следующего хода опять перерывчик сделаем. А давай уже меня заброшу, чтобы я уже возвращался. Да, ты можешь идти, господи. Теночтитлан. Собственно, как и голландец, если он хочет. Я понимаю, что уже не особо много сопротивляться. Но у голландца ноль армии просто, поэтому... Ему, в общем, да, было... у меня шансов уже совсем никаких, даже ему ничего испортить нету. Не то чтобы отбить. Сколько у нас с Зулусом союз будет? 5 ходов. Если не хочешь потом военный союз? А на кого ты собираешься нападать? Ну нет, защитный, типа там Зулус, там, не знаю, смотри там. У меня с Зулусом... Сначала союз, это корпуса кирасиров, потом это уже корпуса танков. Ой, армии танков. Я думаю, что я уже могу отбиться от Зулуса, если что. Есть у меня такое предположение. Так, в начале хода пауза. Да, да. Окей. Ну и голландец с ацтеком могут уходить, если хотят. Челиния, я тебе там кинул предложение. Так, ну, в общем, с алюминием мне тоже не повезло. Сколько? Смотрите, где он. Вот он есть у груза. Тут, поставить. Тут и тут. То есть я даже не могу нигде пойти город поставить. Например, по лояльности отвалится. Я могу еще попробовать здесь, конечно, поискать, но что-то мне подсказывает, что с алюминием пролет. Поэтому... Давайте попробуем заключить союз с грузином, он все равно предлагал. Блин, грузин, как ни странно, но я тебе не могу никакой союз кинуть. Или ты мне что-то предлагал уже там? Может быть, уже предлагал. Да, я, по-моему, предлагал. Не а, видно? Понял, да. Угу, вижу. У меня опять появляется, типа, Нюрнберг захвачен, остановить агрессора. Блин, вот это опять извержение, смотрите. Задолбали. Опять тут извержение. Давайте фабрику сначала. Так, сделаем. Что там по алюминию? Ни у кого, наверное, еще алюминия нету, а я только вижу, где он, но... Так, ну и лучше на авиацию тогда нет смысла. И мне, знаете что? Мне кажется, я попробую пойти в нефть и убить... Зулус, он отстает по науке. Этими бомбардировщиками попробую. Две бомбарды, два арбалетчика. Так, два арбалетчика можно. Так, это мы ускорили. Две бомбарды, это здесь надо открывать, да? Селитра нужна для бомбард. Ну. Во. А вторая где? Гранада. А, Рим встретил. Фига себе. А я каким-то чудом Рим встретил. Да, я тоже не знаю как. А, Рим. Гранада. 267 науки, 200 культуры. Как вам? Неплохо.
Ну, если у меня еще и нефти не будет, тогда, конечно, вообще будет печаль. Может, пригород сначала. Так, исследовательские гранты. Тут тоже пригород нужен. Центр вещания. Тут я пригород поставил. Ладно. А у вас там на континенте синяя ГГшка есть? Есть. Фес и Женева. А, ну тогда понятно, откуда наука. Информацию не продадите нам, где находится? Я вижу, Алексей, где Женева, это... Вот прям на западе, 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 западе. От тебя. Ну, чуть-чуть даже повыше. За американцем? А, повыше? Ну, мне просто не знаю, а мне не просто подсвеченные, типа, знаешь, вот у меня там карта не открыта, но они просто видны. О, я так всех как? Встретил. В смысле, карта... Ну, а как они тебе видны? Одни видны, но карта не открыта. Хорошо, давайте по-другому сделаем. Кто сейчас союзник Феса и Женевы? Рим? Я. Кто-кто? Я. У Женева? Нет. Нет, я у Феса союзник. А у Феса не спорю. А у Женевы Рим. Это, собственно, чтобы ГГшки открыть. Ну, я понял. Блин, а Фес я мог и так открыть, блин. Ты всем войну объявил? Рим, предложение. Не всем, только на вашем континенте. Челлини, так что там с миром? Ща-ща. Предложил. Так, где я могу купить... Лолбак. Ацтека уже нет, а пишет, что восстание в городе Ацтекском через два хода.
Ну, если ты его на этом ходу захватил, то он только к следующему пересчитает и скажет, о, все, все, все нормально, не будет вставать. Грузия, сделка. Стандартизации компьютера. Ой, смотрю, голландец до сих пор. Я смотрю, голландец до сих пор сидит, сопротивляется. Ну, мало ли, вдруг меня кто-нибудь освободить захочет, вряд ли, конечно. Плакат, вот это, конечно. Так, ну, постепенно будем в Фес и в Женеву бросать послов. Правда, сейчас бессмысленно, потому что я в войне с их союзниками. А пересоюзить я их не смогу. То есть надо подождать ходов 7, да? Да. Пока поднакопим просто... Золотой век должен выйти. Нет, 6 очков осталось. Блин, и Женеву я, наверное, бы встретил. Да, сейчас везде несчастье пойдет. Археологический амбар. Я там в чат в Дискорде кинул скриншот. Это, походу, римские границы выходят. Походу, да.
Да, вот это недовольство. Ты потому что я войну объявил. Конечно, хреново. Дефицит энергии. А энергии-то с чего? Странно. Вроде угля. Или тут угольная. Подождите, а где у меня угольная? 20. Я угольную, походу... Все, кто был. Надо было раньше. Ну, все равно бы это не сильно помогло бы. Я просто стену-то уничтожал благодаря нему. Да, там они бы сносились и так. Армиями этих бомбард вообще лёг. Ну да. То есть ровно по центру карты у нас типа Северный полюс, считаете? Или Южный, не знаю какой. Это вот ледник. Экваторный. Экваторный полюс, да. А что это за речка Хай-Хэ? Кто это так назвал? Хай-Хэ-Хэ-Хо. А где она? В экваторном полюсе. Ацтек, наверное. Просто звучит прикольно. Хай-Хэ. Так, 9 ходов. Ну, думаю, хватит мне. О, у меня есть на запретный город, кстати. Селитровую шахту не могу сделать. Два форта не хочу. Ну, нарезные стволы добыл. Так, еще не технологии, время выполнения заданий. Строение давайте. Так, у меня тут был... Вот он есть. А где можно строить у нас... А, уже построен. Запретный дворец уже построен. Было бы странно, если бы он не был построен, конечно. Интересный континент, конечно, у них. Алексей, сделка. Ща. Супершпион, энергия и артефакт. А у меня в Сигру зулусская музыка играет. А, мне зулус предлагает... Музыку можно выключать? Да, зачем? Ну, не знаю, если у тебя иммунитет к Алинке... то
можно не отключать. Так, вообще надо поставить первый посол и закинуть в Женеву, Фес и Маскат. Че, за кого голосуем? Ребята. Ну, я думаю, что международные отношения можно за грузина, чтобы он генерировал меньше претензий. А то у него много и. Да, это, по-моему, здесь на сетевую игру вообще, по-моему, никак не влияет. Или. Нет, типа дипломатию на количество генерируемых очков мирового влияния. Ну, давайте за грузина. То есть меньше за Б, да, голосовать? Нет, да. За А. Почему? Нет, за А он будет больше генерировать, и у него будет больше минус по мировому. Ну так давайте, может, чтобы у него больше минус был. Зачем? Да, у него и так ноль. А он, получается, выброшен из мировой политики. Ну так здорово, за то, что он такой злой, со всеми воюет. Вообще-то я не злой, я чисто... добывал. Так, а миграционный договор, я голосую А за Зулуса, чтобы у него там города голландца отваливались. И результат. Да. Минус 5 Зулусу. Вот Арим почему-то против тебя проголосовали. Так кто там против тебя? Действительно, кто в этом... Американец 8 голосов влил. Чё-то очень тебя не любит. Перебрасываю всю грузину. Выполнение заданий с рефрактированием хищения технологий. Так, когда там мир я смогу заключить 4 хода? Ладно, надо поставить пока карточку на первый посол. В Брюсселе. Я вот думаю, что нет. Так, пока сделаем. Исследовательские гранты. Да, продолжим. При попытке похитить средства был убит шпион Зулусской империи. Варюга. Увы. Зулусы не очень опытный шпион. Я тебя там бросал. Thank you.
Фессе есть военный лагерь. На вдруг нападут. Вообще, обратите внимание, что у нас на континенте три религии, да, на нашем маленьком, плотненьком континенте, а у них всего лишь одна. Я вообще удивлен, что Рим не обратил вообще все вокруг. А смысл? А ему, да, ему вот. Нет смысла, у тебя нету никаких верований на чужие города. А почему одна, две? Мне одну показывают. Какая вторая? Там, против... Ну, мою захватили. Ага, то есть она была, ну, я вижу, что 5 из 5, но ее просто даже нету. Один город. Ну, я я арму захватил, а там этот район, священное место было. И случайно убили получил великого права. Я так и знал, влез туда. А так как отказываться нельзя, пришлось брать. Знаете, что я сейчас объявлю, наверное, войну. Блин, у него тут 85 сила. Блин. Мне уже даже эти самолеты не помогут, мне кажется. Не, алюминий мне, конечно, никто не даст. О, у голландца 2 алюминия капает. Ну-ка. Это шанс. Напекал бы все вот эти звуки такие, разрушающие все города, и они из какой-то неизвестной стороны такие идут, эти звуки. А, чё? Ощущение шедевра. Какие звуки? Типа, знаешь, когда город падает, просто ту-ду. А. Оповещение? Ну все, всем спасибо. Мне спасибо. Да, спасибо тебе. Пока-пока. Меня следующим ходом забира. А у вас война с Римом? С самолетами? Война уже закончилась. Ну как, с самолетами? У него хоть алюминий был, но не успел. Что, следующий японец? Ну, у меня второй не было.
Второй научной грешки не было, поэтому я отстал по науке. И не успел выйти в самолет. Научная грешка это... Сколько она там дает науке? Ну, какой-то процент. Процентов 30, наверное, дало. Я бы успел выйти в самолеты. Блин, минус 2 довольствия. Алексей, это... ты так не примешь сделку. А, ты отказался. Да. Понятно. Давайте посмотрим, может тут действительно какие-нибудь... Не, ну нету тут алюминия нигде. То есть мне... Что тут город хреново ставить? Ну вот, я не знаю. Ну я еще даже поужинать успею. Ничего себе. Слушай, японец, а ты там моего поселенца не видишь нигде? Меня там варвары захотели поселять. Чё он делает? 200 науки за каждую клетку. Сюда, видимо, надо. Эх, Америка, прощай. Пока. Как там было в Зомбиленде? Старушка Америка. Что с тобой случилось? Спойлеры? Нет, в первой части там было, в самом начале. А, это вторая, что ли? Ну, вторая выходит, а в первой там было так. Что-то я не помню, строил я первый или нет. Наверное, нет. Блин, куда ты пошел? Ну все, всем пока. Пока, спасибо пока. За игру. Еще не шедевр, мне даже его некуда посадить, потому что нету нигде культуры. Что делать с этим? С Римом? Я не знаю. Просто с халявщиками попался в соседях. Да у них там территория немерена и две ГГшки научные. Это честно вообще? Ну, я бы сказал, что вот, нечестно в этой игре Вера. Кто? Вера. Ну, к тому, что вот у меня Вера там было 90 вход, что-то там 3 век или 4 век, у меня выходили эти поселенцы, каждый за покупку... Кого? И сразу плюс что-то там 6 городов, вот, и вся селитра, которой у меня не было с самого начала, и алюминий, и оказывается еще и нет. Thank you.
там, да? Ну а чё ты бедного голландца завалил? Ну да, я тоже так. Причём чё-то как-то обидно, что, наверное, бесполезно завалил. Рим предложение. А ты там моего поселенца предложение. Я? Да, на воде. Я реально потерял поселенца. Бывает. Так по этим, по списку юнитов пройдись. Да нет, в смысле, его захватил варвар, и он то ли ушел пешком, в этом плане. То ли на... Ну чё там, японец, Рим... Теперь уже мне не хватает времени, чтобы все построить. А еще главное подумать, что построить. Японец, Рим предложение. Вы либо примите, либо откажитесь там, ну. Я тебе еще раз говорю, у меня времени нет. Рим, а ты уже в лабах, да? Да, лаборатория есть. Притом еще на плюс 4 забрал. Таким образом алюминий добываю. Рим, да просто нажми на мой аватарку и прими или отклони предложение. Не знаю, что там. Встречная. А что ты там поменял, хотя бы скажи? 200 голды добавил. Ничего себе. Вот ты жадный какой, а? Ой, получено достижение оливковое ве... Чё, да за что? Да, у Рима. Заключите мирный договор, условия которого включают передачу ресурса оливки. Ну все, всем спасибо за игру. Спасибо за игру. Буду привыкать играть с таймером. Было не прям вообще непривычно. Единственный шанс у меня захватывать, в общем-то, Зулуса, поэтому и
приходится так действовать. Не, ну там, конечно, 600 науки и 350 культуры. А чё японец еще не захвачен до сих пор? Вопрос. А я заключил союз, мне нужно куда-то караваны пускать по плюс 30 голды. Может, как его объединяться потихоньку, нет? Ну да. Как бы втроем-то мы, может, что-то и сделаем. Ну, я хочу Зулуса забрать. Или ты с японцем имеешь в виду? Объединяться. Нет, вообще втроем. Ну, Зулуса я не знаю, ну типа чё он. Зулус просто он может отбиваться, у него мощь в городах какая там. У него бонус атаки к корпусам армии. Там бомбардировщиками их может даже не пробить его. Только застопишься. Да, Рим предложил. Ну, я не знаю, а как мне по-другому мочь догонять Рим? Как мы тут объединить? Ты смотри, где он находится. То есть, если мы сейчас, типа, построим даже кучу флота и поплывем к нему, то пока мы доплывем... То есть, что делать-то? Он улетит. Ну, то есть Зулуса забрать быстрее, да? Ну это, я не знаю, быстрее не быстрее, но это типа шанс попробовать догнать. Посмотрим, насколько сильно будет бомбардировщик Гронинген снимать. Может, мне и надо было, блин, в свое время. Отсиделся зачем-то. Надо было, наверное, нападать на Грузию, когда он на Ацтека. Но, с другой стороны, я не готовился к войне вообще. Не знаю.
Да, защита, конечно, высокая. Даже бомбардировщиками, наверное, не сильно. Ребят, через два хода поплывем. Куда? А, поплывем уже, блин. Точно. Надо компьютеры открывать, блин. Так, золотой век. Слушай, реформа денежного обращения как-то с деньгами слабовато. Куса грабить. Так, у меня везде недовольство. Так, чем с кем-нибудь поторговать можно? Шелк, янтарь, вино. Так, черепахи у Грузии. А, у меня нечем торговать, я понял. Японец, я там тебе сделку кинул. Отлично. Живем пока. Повысил силу города. Все равно, вот эти стены, они снимаются, потому что это всего лишь, не знаю, какие-то там... Средневековые стены, он не вышел в сталеварение, поэтому я их так снимаю пока что. Я, конечно, не вижу часть территории под японцем, но у него вроде как нету, что могло бы остановить. Что я могу восстановить? Что? Ну, меня. Ну да, скорее всего. То есть тут вопрос, стоит ли нам типа дальше продолжать играть, да? Ну, ты сам озвучил этот вопрос, который напрашивал. Ну, потому что да, то есть... Ну... 600 науки, ну... Лёша... Смысла особого нету, потому что я думаю, пока Лёша меня будет забирать, я сейчас в стали варенье выйду, у меня везде стены. Да нет, даже если, смотри, даже если представить, даже подумаем, представим, что я типа тебя забираю, то будет ли у меня
столько науки, даже забрав тебя. Вряд сомнения. Ли, потому что у голландца не очень компуса. Ну, у него... Навеки ставит. Да, да. А у кого-то в рассинхрон? С японцем. Ну, честно говоря... А чё бы не пойти в ядерки, типа, и... Так он раньше выйдет в ядерки. Он просто сейчас сам пойдет в ядерки, приплывет и будет кидать в нас. Он не будет улетать. Он именно что пойдет в ядерки и приплывет под лодками и закидает. Тут, вот мне, например, всю игру просто не везло с ресурсами. У меня, когда с Челиньо воевал, у меня не было лошадей. Потом у меня не было селитры вообще. Угля, сейчас нету алюминия. И поэтому я думаю, что и урана не будет. Ну чё, тогда может просто плюсики проставим, кто за конец и победу того Рима, которых я даже не встретил. Тут конечно, проблема вот с таким расположением, как нас скинули. Мне кажется, тоже такая странная карта, честно говоря. Ну да. То есть вот этот, у них огромный, я, конечно, тоже полностью все не вижу, но у них континент огромный явно. Просто вот ощущение, что у них огромный континент на троих. В то время как мы тут ютимся... Ну, точнее как, вот у нас размеры, мне кажется, нормальные. То есть у нас, типа, вот так, как и должно было... Ну да. Расположить. А у них там дофига, плюс еще обе научные... Ну, как, Фес, ладно, но все равно ближе к ним. Сиди, развивайся, как хочешь. Ну что, за победу Рима? Да, кто за победу Рима? Ну, не знаю. Челиньо. Ну, ты аргументируй. Ну, нормально. Да. Он выиграл, скорее всего. Не, ну сам подумай. Вот смотри, мы сейчас идем, сколько нам до ядерок. Он уже впереди. Ну, просто обидно, что там такие люди попались ему, потому что они ничего не сделали вообще. Ну да. Японец так точно. Мы тут как бы. Мы втроем тут сидели, воевали, тут интересная игра была. Там да, я забрал да. этого ацтека, Зулус голландца забрал. Ну, скажем так, ой. Рим тоже воевал. Ну не до ядерок больше 20 ходов. А, кстати, Рим, а ты с американцем на одном континенте? Нет, он поставил один город на моем континенте, я его потом забрал. Потом заключил мир в самолет и потом уже вышел. Вот. Почему с японцем он не стал воевать? Вот это вот мне непонятно. Там же плюс 5. Блин, я на Челине несколько раз собирался нападать, но у меня тупо не было ресурсов и все. И что хочешь, делай. Распределение ресурсов, конечно, офигительное. Как и с Зулусом, я бы тебя Зулус снес ходов 10 назад, если бы у меня был алюминий. Да я знаю, алюминий я вижу, он у меня есть. Но науки нет. У меня даже нету алюминия, чтобы где-то типа город поставить. Вот, типа, вот алюминий, можно поплыть, поставить. Какой-нибудь город, фига. В общем, ладно, если спасибо за игру. Нашел, то... Да, спасибо за игру. Было интересно. Ах. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!